Всем добра и света, дорогие мои подписчики, те, кто зашел посмотреть мои видео. Мы продолжаем проходить игру Family Guy Back to the Multiverse. И мы продолжаем с девятой миссии, которая называется «Цыплячья битва». Отлично, кажется, мы вернулись в нашу вселенную. Похоже, мы приземлились в аэропорте Куахока. Никаких признаков Бетрама. Ну, я уверен, что он направляется на Ложечную улицу. О, боже мой. Как они как-то проскальзывали через наш портал. Нам помочь Питеру? Нет, Брайан. Ну, ты понимаешь, это его дело. А теперь пошли. Мы должны добраться до дома как можно быстрее. Ну что ж, походу у нас битва с петухом. Вот да. Мы ждали этого весь сериал. Но он что-то реально злой. Петух что-то реально злой, ребята. Ох ты гад. Да. Ну ничего, петушня. Сейчас мы тебя уделаем. Контратака! Молниеносная контратака Питера уделает этого петуха. Что, петух? Осталось тебе недолго. Ах ты хитрый говнюк. Я до тебя доберусь. Второй раунд. Это не будет так просто, как в первом. Полетел. Полетел, да-да. Так тебе. Ну-ка, попробуй-ка. Не-не-не-не-не-не, пошел. Ага, долго будешь выделываться, получишь по морде. Получай, петушня. Нет. Ха-ха. Полетел. Готов. Пошел. Да, как в рестлинге. Both of those guys are my friends. Go, guys, win. Конечно, мы победим. Hurry up, Peter. I don't want to have to be changed again before my flight. Ха-ха, петушняк. Оп, промазал. What the hell is going on? Both of those guys are my friends. Оп. Нет. Ха, на. Получил. Oh, a fight! My allergies are acting up for some reason. Both of those guys are my friends. Go, guys! Up. Yes. Тупица. Получай.
Да. Оп. Ах ты хитрый петух. Полетел. Да, супер прием Питера. О боже. Четвертый раунд. Погнали. А, хитрюга. Догадался уже, да? Ох ты, ты зараза, а? Ах ты сволочь. Ну, ты гад, уже не поддаешься. На мой супер. Ну давай, давай, давай. Ух ты гад. Ох ты сволочь. Сейчас, 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 мы тебя уделаем. Ух ты гад. Да. И финальный удар. Ну, думаю, на этот раз он все-таки не выжил. Что? Не может быть. Мы прошли очень короткую миссию, я думаю, мы на ней не будем зацикливаться. И перейдем сразу к следующей. Отлично, отлично, мы почти дома, Брайан. Что такое? У меня какое-то чувство дежавю. Ну, потому что мы постоянно носимся по вселенной. Нет, ты не понимаешь. Это прошлая жизнь, я тут был, я был в это время. Да ладно, заткнись, сам заткнись. Смотри, Стюи. О, боже. Мы опоздали. Он уже это сделал. Бертрам реально разрушает нашу вселенную. Я не понимаю, мы же все сделали. А, добро пожаловать, Стюи. Вы, идиоты, думали, что сможете действительно остановить меня? Ха, вы гонялись за мной по всей вселенной, пока мой ассистент, Гас, собирал для меня армию. Единственную армию, которая может существовать. Армию меня. Привет, я Гас. Ассистент. Вот как ассистент должен выглядеть, Брайан. Я не твой ассистент. Да ладно, ты мой ассистент. Как только эта бомба приблизится к вашему дому, бум! Все превратится в пыль. Игра окончена, Стюи. Время умереть. Дашь хотя бы подтереться, а? Я хочу себе такого. Ух ты, ёлки-палки, что же нам делать? Как нам быть?
Как динозавра победить? His roar does wonders to my jump. Кажется, нам надо бежать. Как можно быстрее. Бежать как можно быстрее и дальше от него. Где он? Куда он ушел? Да эта сволочь ушла. Туда? Туда? Куда? О боже мой, мы не успеем. Он всех съест. Prepare to die, you imbeciles! Ты сможешь все сюда забрать? Да как же он нас повреждает? Приготовьтесь умереть, имбецилы. Ха-ха, I'm winning! Ха-ха, я выигрываю. What do you think of my new friend, Stewie? Don't worry, it's almost over, fellas. Так, где наша лечилка? Okay, I've got it. Tell me that's not epic. Sucks to be you, Stewie. Now dance. Хреново быть тобой, Стив. Ну чё, мы почти разделали эту здоровую тварь. Да. Почти разделали. Prepare to die, you imbeciles. I know you's tired, but you got to go and catch up to that dinosaur, y'all. Что? Мы должны поймать его? Несмотря на то, что мы устали? Нет! Нет, Гомик, ты не можешь так с нами поступить. Теперь ракеты! Охренеть. И мы должны их отстрелить. Вот дела. Neighborhood's changing, Bri. Обалдеть. Don't worry, it's almost over, fellas.
Так, возьмем Брайана. Может, у него что есть помощнее? Например, вот это... снайпер. Да, снайперка просто прекрасна для этих дел. Да, если не считать вот этих крюков, блядь. Ну давай, открывай. Открывай, гад. О, конечно. Не останови. Ты у нас такой злой, большой. Никто тебе не помешает, да, гад? Ничего. Плохо быть мной, Стиви? Да нет, плохо быть тобой с твоими ракетницами. Что ж такое-то? Строители меня уже достали, порядок. Ну, давай, откройся мне, Сезам. Открывайся, дружочек. What do you think of my new friends, Stewie? Готов. I'm unstoppable now. Готов. Run, y'all. They're headed towards your home. Y'all work hard. Так, продолжаем продвигаться. Ох, ты летающий сволочь. Присоединились, да? Присоединились своего хозяина? А как насчет погибнуть? Хороший день, чтобы погибнуть, а? Летающие клоны. Что, неплохо вообще, не дамажит. Так, где нам пройти-то? Здесь, что ли? Brian, if we don't make it out of this, I just want you to know, I love Brian, если мы это не переживем, you're not gonna say it back. We gotta stop Bertram. Хочу, чтоб ты это знал. Я люблю тебя. Что, какого хрена мы это переживем? Не хочешь, чтобы я забрал слова обратно? Нам нужно остановить Бертрама. Ну, вы поняли, да. Эти ребята неразлучная парочка. Ну, и что на этот раз, говнюк? Shoot the gas tank when he's got a car in his mouth, so you give him some boo-boos. Some boo-boos? Ну, гад, да? А мне с этими чего делать? Плевать на них, что ли? Yay, you destroyed one of them tacky lawnmowers! You should get rid of all of them in the neighborhood. Ой-ой. Gas tank, Stewie, we gotta shoot the gas tank. Ага. Бензобак. What do you think of my new friend, Stewie? Oh, давай, please давай. Tell me someone is taking this. Ты сволочь. You'll be sleeping outside tonight if you keep that up. Давай, давай. Что долго тебе осталось? This roar does wonders to my gut. Oh, I guess it's up to me. The gas tank. Stewie, we gotta shoot the gas tank. Получай, свинья. Not bad, huh? Ну давай, бери. Don't worry. It's almost over, fellas.
Ох, ё, намазали. Ничего страшного. Come on, kids, I'll protect you. Another gust of response. This is what I call rolling in style. His roar does what to my gun. Gas tank, Stewie, we gotta shoot the gas tank. Да я понял. Отлично. Подохни, подохни. Sorry, pal. Извини, приятель. Flight's been canceled. Возврату не подлежит. All right, okay, the line отлично, was good, отлично, but if you're gonna отлично. Do that, you gotta hit your target on the first shot. But overall, better, much better. You're learning. Ты учишься, but ты as учишься, for you, брат. Please, no! Ну насчет, что насчет тебя? Нет, мы можем работать вместе. Мы будем править вселенной, не убивай меня. Wrong idea. I'm not gonna kill you. Плохая идея, я тебя не убью. Your little buddy here is. Твой приятель здесь. No! Ryan, Stewie, you're alive! Ryan, yay, we're saved! Вы спасены! I'm so happy я you так two are счастлив okay. За вас обоих! Ugh, why do you bleach your upper lip? Just wax it, you're может, not fooling anyone. Может, ты прекратишь нам накрасить свои губы? О, я нашел четвертак! Я Red герой! We did it. Мы сделали, well, Брайан! Мы остановили Бертрама! И все в безопасности! Ну... Как же насчет того, что Бертрам не вернется из другой вселенной? We'll just have to wait and see how much money this makes. Ah, so we may not be hearing from Bertram again. Так мы здесь не из-за Бертрама. Мы просто подождем и посмотрим, сколько это денег принесет. Ну что ж, мы прошли игру Family Guy Back to the Multiverse. Это было весело, это было интересно. С вами был Гидеон. Надеюсь, вам понравилось. Одобрите мой канал лайками, подпиской. Поделитесь с друзьями, если вам понравилось. Будет много обзоров интересных и частых по разным играм, старым и новым. Надеюсь увидеть вас снова на моем канале за просмотрами моих видео и комментариев. Всем огромное спасибо еще раз за то, что были со мной здесь. Мы играли вместе, проходили вместе и будем это делать снова. Всем еще раз огромное спасибо. С вами был Гидеон. И до следующей миссии.